Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». С 15 по 21 января близнецы, девы, козероги, водолеи и рыбы получат шанс подняться на ступеньку вверх, завоевать лучшие позиции и добиться впечатляющих финансовых результатов. О других прогнозах астрологов на эту неделю узнаем прямо сейчас. Третья неделя января принесет Овнам возможности для решения многих задач и проблем. Однако положительное развитие событий возможно только при одном условии. Представители знака должны будут спрятать подальше свои бурные эмоции, оставив лишь холодный рассудок. Финансовое положение Овнов останется на предыдущих позициях, а романтическая сфера может ознаменоваться конфликтами в первой половине недели. Тельцам предстоит принять важное решение, которое окажет влияние на карьеру или личную жизнь. Будьте внимательны к деталям 17 января. Этот день может принести неожиданные сюрпризы. Ваши новые знакомства могут оказаться полезными в будущем. Не забывайте о здоровье. Активный образ жизни поможет поддерживать вашу энергию на высоком уровне. Неделя для близнецов будет полна динамичных событий. Ваши умственные способности будут на пике, что позволит успешно справиться с интеллектуальными задачами и творческими проектами. Ожидайте важную информацию в начале недели, которая может открыть перед вами новые горизонты. Еще в ближайшие 7 дней будут востребованы социальные навыки, так как вы с легкостью находите общий язык с разными людьми. После новогодних праздников раки соскучились по работе коллегам и готовы с головой окунуться в профессиональную деятельность. Также на этой неделе в центре внимания домашние дела и семейные отношения. Возможно, потребуется ваше участие для решения бытовых вопросов. В середине недели ожидайте приятных сюрпризов, которые поднимут ваше настроение. Львы почти всю неделю будут находиться в приподнятом настроении. И если понедельник и вторник пройдут более ровно и спокойно, а вот со среды по субботу будет очень много развлечений и встреч с друзьями. Романтическая сфера порадует представителей знака новыми знакомствами. Хорошие перспективы появятся у львов, занятых в сфере искусства, преподавания или рекламы. Ярко заявить о себе смогут те, чья профессия связана с социальными проектами и благотворительностью. На этой неделе девы смогут произвести очень хорошее впечатление на свое руководство умением организовывать рабочие процессы, в связи с чем представителей знака ждет хорошее вознаграждение. Материальная сторона жизни порадует полезными приобретениями или подарками от близких людей. Романтическая сфера будет активной у дев, пока не вступивших в официальный брак. Звезды обещают вам свидания, встречи и светские мероприятия. Весам звезды указывают на то, что в предстоящие 7 дней в их жизни вновь возникнет старый знакомый. Это будет довольно приятная встреча, которая воодушевит вас. Эта неделя также хорошее время для самовыражения и занятия творчеством, которые помогут вам расслабиться и найти гармонию. Скорпионов ожидает очень эмоциональный период. Ваша интуиция будет особенно острой, и вы сможете четко видеть подлинные мотивы людей вокруг вас. В личных отношениях будет большая страсть, но также и необходимость в откровенных разговорах. В финансовом плане постарайтесь избегать рискованных инвестиций и сосредоточьтесь на сохранении стабильности. Стрельцов ожидает энергичная и активная неделя. Вы будете чувствовать сильное желание исследовать все новое и необычное. Жажда приключений заставит вас отправиться в увлекательное путешествие. В личных отношениях стрельцов ждут гармоничные и радостные моменты. Козерогам предстоит неделя, насыщенная важными задачами, особенно в профессиональной сфере. Ваша способность оставаться сосредоточенными и организованными поможет успешно справиться с любыми вопросами. Личные отношения требуют внимания и заботы. Уделите время близким, чтобы укрепить связи. В конце недели позвольте себе немного отдохнуть, чтобы восстановить силы и энергию.
Водолеев ждет довольно приятная неделя как в плане хороших новостей, так и в собственном самочувствии. У представителей знака появятся новые интересы и единомышленники по реализации необычных идей. Финансовая сфера водолеев будет достаточно стабильной и позволит более уверенно смотреть в будущее. Вторая половина недели для представителей воздушного знака богата знаками внимания и подарками. Рыбы на этой неделе окажутся в потоке глубоких эмоций. Вы будете особенно чувствительны к окружающим, что поможет вам лучше понять свои истинные желания. В профессиональной жизни возможны изменения, которые положительно повлияют на карьерный рост. Любовь принесет утешение и поддержку, особенно если вы поделитесь своими переживаниями и мечтами со своей второй половинкой. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!